Всем доброе утро, друзья! Сегодня я хотела рассказать про омлет, потому что было очень много вопросов, как он у меня получается таким воздушным. Рассказываю. Так, для начала поставьте духовку на 185 градусов. Дальше, возьмите сковородку, где вы будете делать сам омлет. Добавьте туда масло, которое вы предпочитаете, у меня кокосовое, и поставьте на небольшой огонь, чтобы только сковородка подогрелась. Далее. Берем 3 яйца, на каждое яйцо 50 мл молока, то есть у меня получается 150. Выливаю, добавляю соль по вкусу, как вы привыкли. И традиционно начинаем взбивать. Итак, мы взбили как надо. Взбили. И теперь мы выливаем все содержимое на сковородку и сразу же отправляем ее в духовку. Ее в сковородку, да. И на 14 минут ставим сковородку с омлетом. 14 минут прошли, и мы достаем омлет из духовки. Ну вот он и готов. Всем приятного аппетита и хорошего дня. Сейчас он еще чуть-чуть осядет вниз и будет как надо.